Рояли – это наша жизнь. Музыка в каждом ее моменте, в шуме дождя, шелесте листьев, городской суете. Мелодии прошлого рассказывают об ушедших эпохах. Мы восстанавливаем рояли, переносим часть истории в наши дни. Блюднер 1894 года выпуска полностью восстановлен и дополнен авторской росписью. Это инструмент из серии роялей мастерской Grand Piano Lab, посвященный пианистам и известным композиторам. Grand Piano Lab – это творческая мастерская по реставрации старинных фортепиано. Мы находим старинные инструменты и восстанавливаем их, используя передовые технологии и материалы. Мы не только реставраторы, но и музыканты-практики. Специфика нашей работы предполагает, чтобы мастер знал свой инструмент, понимал и чувствовал его как пианист-исполнитель, и в то же время умело применял инженерные и технические навыки в восстановлении рояля. В мастерской Grand Piano Lab, помимо реставрации, инструменты проходят и стадию реновации. В Блютнере мы заменили гаммерштили старого типа на современные, установили новые молоточки, которые раскрыли потенциал этого инструмента, поставили качественные струны. Мы тщательно отремонтировали деку, уделили внимание каждой трещине. Затем покрыли ее шеллаком. Мы восстановили, а не меняли деку. Очень хотелось сохранить душу рояля. То, что мы сделали, однозначно улучшило характеристики инструмента. Сейчас рояль по технической части не уступает новому. Философия Grand Piano Lab – это сохранение максимально возможного количества оригинальных деталей инструмента. Наши реновационные правки не претендуют на изменение основ и характера рояля. Корпус покрыли полиэфирным лаком, чтобы получить объем и глубину цвета. Эстетика внешнего вида инструмента не менее важна, чем техническая составляющая. Рояль для нас не просто набор деталей, а живой организм, герой со своим характером и голосом. Последний этап наших работ – это превращение инструмента в произведение искусства. Это наша изюминка. Мы воплощаем идею через роспись крышки рояля и деки. В мастерской мы придумали серию роялей, которые посвящены известным исполнителям и композиторам. Создавать такие арт-объекты нам помогает талантливая художница Анна Редько. Она наносит на крышку рояля портрет и цитаты музыканта акриловыми и люминесцентными красками. Наша команда выбирает музыканта, чей стиль исполнения и туше подобны характеру звучания инструмента. Уверен, что рояль ждет прекрасное будущее. Еще не один десяток лет он будет радовать музыкантов и любителей музыки.
Такой инструмент станет находкой для человека, который увлекается культурой, изучает историю через антикварные вещи, ценит раритет. Этот рояль по достоинству оценит музыкант, которому интересно исполнять произведения 19-20 века на инструменте того же времени. Инструмент полностью подготовлен к концертной деятельности и по техническим данным составит конкуренцию современному роялю. Надеюсь, что обладатель рояля увидит в нем старого друга, будет относиться к нему бережно, окружит вниманием и заботой.